Всем здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я была в магазине, немножко закупилась и хочу вам показать, что я купила и сколько это стоит. Вот такая петрушка. Я заехала в турецкий магазин. Пучок петрушки стоит 99 центов. Суджук, тут 500 грамм, стоит 2 евро 99 центов. Вот такие огурчики небольшие, 1 евро 99 центов килограмм. И кальраби, большая такая, тоже 99 центов, вот такая вот одна штучка стоит. Потом я заехала в цветочный магазин, купила иберис, вот этот белый, и литодору голубую. И я хочу их вместе посадить. Они, конечно, разрастутся, но я их так по чуть-чуть на расстоянии, но все-таки вместе посажу. Мне кажется, будет очень даже красиво. Голубенькая и беленькая рядом. И купила землю. Моей земли не было, которую я всегда беру, простая земля. А осталась вот такая. Ту разобрали, потому что она дешевая. И пришлось подороже взять. И тут стоит даже, что удобрение уже в ней. Ну, посмотрим. Мне все равно надо, вот чтобы только эти посадить, цветочки. А потом я уже куплю нормальную землю. Ну, ее тоже я как посмотрела, ее хорошо разбирают. Смотрим, может и хорошая земля. Она стоит 4,99 евро. Это, конечно, не дешево для 18 литров. Вот. Вот такие мои покупочки. Вот, литодору я решила посадить в горшок, потому что, ну, во-первых, там у меня пока места еще не так много, да, и будет потом, когда разрастется, будет так свисать, будет очень красиво. И хочется, чтобы на террасе тоже весной было, были цветы, и цвели красиво. И иберис тоже посадила. Но у меня, правда, горшок, видите, поломался. Он упал, но ничего страшного. А он разрастется и будет его прикрывать. Потому что это пластик, и ничего не сделаешь. Вот. И пускай здесь растут. На террасе весной будет красиво. Я не знаю, как долго они цветут. Стоит до июня. Ну, посмотрим. Первый раз они у меня. Всем хочу пожелать всего самого хорошего. До свидания. У нас вечер, птички поют, так красиво. Но прохладненько. Мороза нет, так прохладно. Неуютно.